Перед представлением кандидатуры Беслана Авицба глава президентской администрации Беслан Барцыц поздравил депутатов собрания Сухумского района с избранием. Он также выразил уверенность в том, что им удастся оправдать доверие и надежды избирателей. Относительно недавно прошли выборы в органы местного самоуправления, и вам всем была оказана поддержка нашего народа. Уверен и убежден в том, что тот лимит доверия, который вы получили от наших избирателей, будет реализован во благо жителей нашего района совместно с руководством администрации Сухумского района. Те цели и задачи, которые стоят перед районом, поэтапно будут решены. И все эти изменения, которые ожидаются нашим населением, будут реализованы и воплощены в жизнь при вашем непосредственном сотрудничестве. После представления кандидатуры Беслана Авицба, уже около 2 лет ранее возглавлявшего Сухумский район, депутаты избрали открытую форму голосования. И в присутствии представителей администрации президента, парламента республики и журналистов проголосовали. Единогласно «за» – таков вердикт народных избранников, для которых Беслан Авицба – человек, которому они не просто доверяют. О Беслане Шамоновиче можно говорить многое, но я скажу коротко, насколько он добр, настолько он и жесток, насколько он требователен, в первую очередь к самому себе, такой же он и требователен по отношению к своим подчиненным. Беслан Шамонович, я просто хочу сказать одну вещь, озвучить, которую раньше, может, я к этому как-то относился, а вот сегодня я хочу это сказать вслух. На одном из совещаний вы сказали такую вещь. Одним колышком забор не построишь. Но когда уже у вас есть основание, фундамент, а колышек, слава Богу, хватает, я думаю, что мы вместе с вами, я имею в виду депутатский корпус, можем построить один большой дружный забор. Единогласная поддержка кандидатов в президенты в районах страны говорит о доверии к этим людям, отметил Беслан Барцыц. Единогласная поддержка, которую вы сегодня проявили, настраивает на очень хороший позитив. То есть аналогичная ситуация, должен вам сказать, была и в Гудаутском районе, аналогичная ситуация была и в Корчакском районе. И то, что сегодня депутаты Сухумского района единогласно поддержали представленную кандидатуру, говорит о том, что, во-первых, то, чем занимался Беслан Шамонович на протяжении последнего года, находит поддержку. Те планы, которые он хочет осуществить в этом районе, будет иметь поддержку. Уверен в том, что при вашем тесном взаимодействии, при поддержке руководства страны, очень многие актуальные вопросы вашего района будут решаться динамично и в интересах нашего населения. Мы прекрасно знаем о проблемах, которые есть в районе. Район большой, район очень перспективный, район разбросан, как правильно сказать, на большой территории, высокогорные села, дороги, инфраструктура, все это нужно приводить в порядок. И даже сегодняшняя стихия и недавняя, которая была, нанесла определенный ущерб жителям района. Все эти вопросы требуют, какие-то вопросы требуют безотлагательного вмешательства, какие-то нужно рассчитывать на ближайшую перспективу. Сам Беслан Авицба, поблагодарив коллег за доверие, подчеркнул, что отлично знает проблемы района, как долгосрочные, так и требующие безотлагательного решения. Знаю, какие проблемы стоят перед нашим районом. Знаете, мне сначала казалось, что за какие-то полгода удастся разобраться в сути тех проблем, которые требуют безотлагательного решения. Но спустя годы 7 месяцев я понимаю всю проблему, как бы глубинные проблемы, которые стоят у нас в районе. Нельзя решить ни одну проблему, пока ты ее и не изучишь изнутри. Но, может быть, я слишком много времени потратил на это дело. Но теперь, раз вы высказались и хотите, чтобы мы вместе с вами работали, за что я вам благодарен, скажу вам следующее, что, уважаемые друзья, никто никому не обещал, что будет легко. Вот эта протокольная часть, это то, что должно быть по сути. А текущая ежедневная работа – это кропотливая работа. Сразу после процедуры голосования и короткого выступления Беслан Барцыц покинул администрацию Сухумского района. Ну а вновь назначенный Беслан Авицба приступил к привычной для себя ежедневной работе. Рустам Зантария, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.